Олег Петрович, добрый вечер. Наверное, ничья на выезде с командой, которая на данный момент лидирует, не самый худший результат. Но я думаю, исходя из того, как развивалась игра и потому что соперник отыграл два мяча, вы скорее расстроены, так ли это? Да, безусловно, мы расстроены, потому что мы забили два мяча, мы создавали голевые моменты, и нам нужно было улучшать наше преимущество. И, к сожалению, мы пропустили два мяча и свели игру к ничью. Такие игры нельзя отпускать, безусловно, мы расстроены. Матч получился достаточно эмоциональным, и большое количество борьбы, достаточно большое количество желтых карточек, плюс всплеск эмоций после финального свистка. С чем это связано, на ваш взгляд? Ну, это эмоции, потому что, слушайте, играли две команды, которые действительно, во-первых, этого желали, во-вторых, умеют играть в футбол, и одна команда, и другая команда, все были нацелены на игру, да, и на... Поэтому, ну, это нормальные вещи. То есть, я думаю, что зрителям такая игра понравилась, она на одном дыхании. На ваш взгляд, почему не удалось сохранить победный счет? Немного не хватило сил в концовке или соперник проявил какую-то большую настойчивость, в том числе при розыгрыше стандартов? Вы знаете, когда есть вещи, когда создает соперник моменты, да, есть вещи, когда ты сам допускаешь ошибки, которые приводят к голу. Здесь вопрос именно в концентрации. То есть первый и второй гол – это потеря концентрации, и именно они привели, собственно, к грубым ошибкам, которые привели к голам.